за юниорский чемпионат мира. Медаль, она более маленькая. Медаль высшего достоинства, она более крупная снежинка. В этом году, став чемпионом мира, получил вот такую снежинку в награду. Две золотых медали! Вот это уровень! Вот это успех! Молодцы! Молодцы, ничего другого не скажешь! Вот вверху еще висит телеграмма. Здесь, в этой телеграмме, пишется: «Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего. Владимир Путин». Такая телеграмма есть. В Сочи вероятность того, что Петухов с Крюковым снова вместе побегут спринтерскую эстафету, ничтожно мала. Командный спринт станет классическим, а здесь Алексей не так силен, как Никита. Петухов с Крюковым могут стать только конкурентами в спринте личном – Коньковым.